На Гудисон Парк все здесь готово для проведения нашего матча. Похоже, схема 4-5-1 у них сегодня, и она в атакующей формации. Да, так и есть. За счет очень насыщенной полузащиты можно много впереди создать. Номинально, правда, только один нападающий, но и фланги, и центр полузащиты. Тоттенхэма. У соперника сегодня та же схема 4-5-1. Видимо, команда рассчитывает на исполнительское мастерство одного форварда. На Гудисон Парк все здесь готово для проведения нашего матча. Похоже, схема 4-5-1 у них сегодня, и она в атакующей формации. Да, так и есть. За счет очень насыщенной полузащиты можно много впереди создать. Номинально, правда, только один нападающий, но и фланги, и центр полузащиты. Тоттенхэма. У соперника сегодня та же схема 4-5-1. Видимо, команда рассчитывает на исполнительское мастерство одного форварда. На Гудисон Парк все здесь готово для проведения нашего матча. Похоже, схема 4-5-1 у них сегодня, и она в атакующей формации. Да, так и есть. За счет очень насыщенной полузащиты можно много впереди создать. Номинально, правда, только один нападающий, но и фланги, и центр полузащиты. Тоттенхэма. У соперника сегодня та же схема 4-5-1. Видимо, команда рассчитывает на исполнительское мастерство одного форварда. На Гудисон Парк все здесь готово для проведения нашего матча. Похоже, схема 4-5-1 у них сегодня, и она в атакующей формации. Да, так и есть. За счет очень насыщенной полузащиты можно много впереди создать. Номинально, правда, только один нападающий, но и фланги, и центр полузащиты. Тоттенхэма. У соперника сегодня та же схема 4-5-1. Видимо, команда рассчитывает на исполнительское мастерство одного форварда. На Гудисон Парк все здесь готово для проведения нашего матча. Похоже, схема 4-5-1 у них сегодня, и она в атакующей формации. Да, так и есть. За счет очень насыщенной полузащиты можно много впереди создать. Номинально, правда, только один нападающий, но и фланги, и центр полузащиты. Тоттенхэма. У соперника сегодня та же схема 4-5-1. Видимо, команда рассчитывает на исполнительское мастерство одного форварда. На Гудисон Парк все здесь готово для проведения нашего матча. Похоже, схема 4-5-1 у них сегодня, и она в атакующей формации. Да, так и есть. За счет очень насыщенной полузащиты можно много впереди создать. Номинально, правда, только один нападающий, но и фланги, и центр полузащиты. Тоттенхэма. У соперника сегодня та же схема 4-5-1. Видимо, команда рассчитывает на исполнительское мастерство одного форварда. На Гудисон Парк все здесь готово для проведения нашего матча. Похоже, схема 4-5-1 у них сегодня, и она в атакующей формации. Да, так и есть. За счет очень насыщенной полузащиты можно много впереди создать. Номинально, правда, только один нападающий, но и фланги, и центр полузащиты. Тоттенхэма. У соперника сегодня та же схема 4-5-1. Видимо, команда рассчитывает на исполнительское мастерство одного форварда. На Гудисон Парк все здесь готово для проведения нашего матча. Похоже, схема 4-5-1 у них сегодня, и она в атакующей формации. Да, так и есть. За счет очень насыщенной полузащиты можно много впереди создать. Номинально, правда, только один нападающий, но и фланги, и центр полузащиты. Тоттенхэма. У соперника сегодня та же схема 4-5-1. Видимо, команда рассчитывает на исполнительское мастерство одного форварда. На Гудисон Парк все здесь готово для проведения нашего матча. Похоже, схема 4-5-1 у них сегодня, и она в атакующей формации. Да, так и есть. За счет очень насыщенной полузащиты можно много впереди создать. Номинально, правда, только один нападающий, но и фланги, и центр полузащиты. Тоттенхэма. У соперника сегодня та же схема 4-5-1. Видимо, команда рассчитывает на исполнительское мастерство одного форварда. Аллан.
Отличный перехват, очень вовремя. Можно навесить сейчас. Здорово, Тоби в отборе играет. Похоже, схема 4-5-1 у них сегодня, и она в атакующей формации. Да, так и есть. За счет очень насыщенной полузащиты можно много впереди создать. Номинально, правда, только один нападающий, но и фланги, и центр полузащиты. Тоттенхэма. У соперника сегодня та же схема 4-5-1. Видимо, команда рассчитывает на исполнительское мастерство одного форварда. На Гудисон Парк. Все здесь готово для проведения нашего матча. Похоже, схема 4-5-1 у них сегодня, и она в атакующей формации. Да, так и есть. За счет очень насыщенной полузащиты можно много впереди создать. Номинально, правда, только один нападающий, но и фланги, и центр полузащиты. Тоттенхэма. У соперника сегодня та же схема 4-5-1. Видимо, команда рассчитывает на исполнительское мастерство одного форварда. На Гудисон Парк. Все здесь готово для проведения нашего матча. Похоже, схема 4-5-1 у них сегодня, и она в атакующей формации. Да, так и есть. За счет очень насыщенной полузащиты можно много впереди создать. Номинально, правда, только один нападающий, но и фланги, и центр полузащиты. Тоттенхэма. У соперника сегодня та же схема 4-5-1. Видимо, команда рассчитывает на исполнительское мастерство одного форварда. Аллан. Отличный перехват, очень вовремя. Можно навесить сейчас. Здорово, Тоби в отборе играет. Тоттенхэма. У соперника сегодня та же схема 4-5-1. Видимо, команда рассчитывает на исполнительское мастерство одного форварда. На Гудисон Парк. Все здесь готово для проведения нашего матча. Похоже, схема 4-5-1 у них сегодня, и она в атакующей формации. Да, так и есть. За счет очень насыщенной полузащиты можно много впереди создать. Номинально, правда, только один нападающий, но и фланги, и центр полузащиты. Тоттенхэма. У соперника сегодня та же схема 4-5-1. Видимо, команда рассчитывает на исполнительское мастерство одного форварда. На Гудисон Парк. Все здесь готово для проведения нашего матча. Похоже, схема 4-5-1 у них сегодня, и она в атакующей формации. Да, так и есть. За счет очень насыщенной полузащиты можно много впереди создать. Номинально, правда, только один нападающий, но и фланги, и центр полузащиты. Тоттенхэма. У соперника сегодня та же схема 4-5-1. Видимо, команда рассчитывает на исполнительское мастерство одного форварда. На Гудисон Парк. Все здесь готово для проведения нашего матча. Похоже, схема 4-5-1 у них сегодня, и она в атакующей формации. Да, так и есть. За счет очень насыщенной полузащиты можно много впереди создать. Номинально, правда, только один нападающий, но и фланги, и центр полузащиты. Тоттенхэма. У соперника сегодня та же схема 4-5-1. Видимо, команда рассчитывает на исполнительское мастерство одного форварда. На Гудисон Парк. Все здесь готово для проведения нашего матча. Похоже, схема 4-5-1 у них сегодня, и она в атакующей формации. Да, так и есть. За счет очень насыщенной полузащиты можно много впереди создать. Номинально, правда, только один нападающий, но и фланги, и центр полузащиты. Тоттенхэма. У соперника сегодня та же схема 4-5-1. Видимо, команда рассчитывает на исполнительское мастерство одного форварда. На Гудисон Парк. Все здесь готово для проведения нашего матча. Похоже, схема 4-5-1 у них сегодня, и она в атакующей формации. Да, так и есть. За счет очень насыщенной полузащиты можно много впереди создать. Номинально, правда, только один нападающий, но и фланги, и центр полузащиты. Тоттенхэма. У соперника сегодня та же схема 4-5-1.
Видимо, команда рассчитывает на исполнительское мастерство одного форварда. На Гудисон Парк все здесь готово для проведения нашего матча. Похоже, схема 4-5-1 у них сегодня, и она в атакующей формации. Да, так и есть. За счет очень насыщенной полузащиты можно много впереди создать. Номинально, правда, только один нападающий, но и фланги, и центр полузащиты.